Обсуждают взаимодействие нефтяников и родовых общин, а также сохранение культурного наследия. Югорчане принимают участие в международном форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это мероприятие проходит раз в 4 года под эгидой Ассоциации КМНС. В делегацию от округа вошли представители народов Ханты и Манси, активисты организации спасения Югры, оленеводы, учителя, ученые. Кстати, 3 из 6 рабочих секций форума ведут югорчане. Депутат окружной думы модерирует дискуссионную площадку, посвященную взаимодействию нефтяников и родовых общин. Президент организации спасения Югры Людмила Алферова ведет секцию «Духовное и культурное наследие КМНС», а президент молодежной организации обско-угорских народов Югры Виктор Банк отвечает за работу с молодежью.